Волнение, последние минуты, и вот они. 10 счастливчиков, 5 мальчиков и 5 девочек, которые получают главный документ жизни в Одинцовском управлении ЗАГС в торжественной обстановке. Дорогие ребята, уважаемые родители, позвольте мне от себя лично и от горячо любимых жителей Одинцовского района поздравить вас с этим важным событием вашей жизни. Я хочу вам искренне пожелать быть достойными, преданными, надежными гражданами нашей великой Родины, чтобы в вашей жизни, в дальнейшем пути вы внесли только самое хорошее. Паспорта юным гражданам Одинцовского района вручали начальник миграционного пункта номер 1 отдела по вопросам миграции межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Одинцовская, майор полиции Анастасия Малашенко и временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Одинцовская, капитан полиции Дмитрий Сапрунов. С 14 лет имея паспорт, они уже имеют право подписи. Но, конечно же, все равно это заверяется непосредственно законным представителям. Но у них уже новая жизнь, они теперь ответственны. У них паспорт – это как их лицо. Оно всегда должно быть чистым, правильным, в обложке обязательно. Почетный житель Одинцовского района, ветеран Великой Отечественной войны, фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади Константин Федотов напомнил ребятам известные строки Николая Некрасова. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Также от себя лично Константин Сергеевич подарил юным гражданам книгу воспоминания «Верность священному долгу». И вот в паспорте поставлена роспись, звучат поздравления от гостей, вручаются цветы и подарки от главы муниципалитета. Расскажи, пожалуйста, что же тебе подарили сегодня? Обложку для паспорта, книжку и Конституцию Российской Федерации. От родителей звучат напутственные слова и слова благодарности в адрес тех людей, кто в этот день подарил ребятам настоящий праздник. Дорогие ребята, я вас поздравляю с этим торжественным днем, самым главным днем вашей жизни, начало новой вехи. При получении вашего основного документа, паспорта гражданина Российской Федерации. Представители администрации района, МВД, сотрудников паспортного стола, ЗАГСа, благодарю за столь торжественное мероприятие, которое останется надолго, я думаю, в памяти у родителей и у самих детей. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».